Згадавши про те, що один, скажімо так, планував захопити Київ за 3 дні, ну а інший тепер обіцяє закінчити війну за 24 години. Саме це Дональд Трамп, колишній президент Сполучених Штатів, обіцяє зробити своїм виборцям, якщо знову очолить Білий Дім. І взагалі тільки він, на думку самого ж таки Трампа, може запобігти Третій світовій. Що ж до війни в Україні, то вона також розпочалася через нього. Трамп певен, Владимир Путін почав стягувати війська до кордонів України після того, як вибори президента виграв Джо Байден. Про це він активно розповідає на нинішніх передвиборчих мітингах. Про це будемо говорити з Юрієм Рашкіним, депутатом округу Рок, штат Вісконсін. Це ведучий YouTube-каналу «Рашкін Репорт». Юрію, вітаємо вас. Приветствую вас, Олег, Юлія, спасибо за приглашение. Всегда рад. Слава Україні. Героям слава. Юрію, що це за заяву у Трампа? Так, ми тут вже почали говорити з Ігорем Рейтеровичем про те, що таке все частіше звучить від кандидатів у президенти. Це данина виборам чи це переконання и таке, знаете, русофильство? Ну, это у нас демократия на самом деле, но когда мы смотрим на разницу между республиканской партией и демократической партией, то разница довольно большая и довольно заметная. Потому что в то время как демократы сплотились вокруг президента и вокруг помощи Украины, тут ситуация вроде достаточно прямолинейная. Помогать Украине – это означает отстаивать демократические ценности, это означает противостоять Китаю и его политике экспансии. Все вроде бы выглядит нормально и совпадает с реальностью. А в это время с республиканской стороны практически у них уже партия разрывается на две части между людьми, которые считают, что Джо Байден недостаточно помогает Украине, что нужно помогать еще больше и быстрее, и большой частью республиканской партии, которая просто считает, что это не наше дело, это не наша война, это проблема Европы, пусть они занимаются этим. А Китай, да, Китай никому сейчас не нравится в нашем политическом представлении на нашей сцене. Он и демократам не нравится, и республиканцам не нравится. Но, тем не менее, Владимир Путин и его политика как бы производят впечатление на определенных трампистов, на мага-трампистов, которые видят в этом как бы силу. И Трамп много-много раз говорил о том, как он может найти с Путиным общий язык, как он бы при нем не было бы войны, при нем, наверное, не было бы Украины, но ему все равно. Поэтому сейчас мы видим, что Трамп вернулся, начал давать свои ралли, устраивать. И буквально вчера у него произошло ралли, когда он выступил на месте, где 30 лет назад была схватка между федеральными агентами и другим как бы культом Дэвида Кареша, когда они вооружились, они решили противостоять, но противостоять федеральному правительству невозможно, поэтому они, естественно, проиграли, но это была кровавая история и не та, на самом деле, глава и не та часть нашей истории, которую нужно воспевать каким-либо образом. Там было много ошибок со всех сторон, и погибли люди, погибли дети, и сейчас как бы прийти на это и пытаться опять развести этот пожар недовольство и согласие между нашими людьми в нашей стране. Теперь Трампа называют его компанию уже туром возмездия. Он говорит, что мстит. Он хочет вернуться в Белый дом, чтобы отомстить всем, кто ему плохо с ним обращался. В первую очередь он хочет отомстить прокурору из Манхэттена, который решил все-таки прийти. Похоже, вроде обвинение. Естественно, на этом Трамп тут же быстро собирает $1 миллион со своей пасты. Но вот так, такой Трамп. А в это время Сантис пытается найти какие-то пути вокруг его и найти каких-то вот республиканцев, которые не согласны политикой Байдена и согласны с Трампом, и посмотреть, если там есть какое-то количество голосов. Но пока что мы уверенно лидируем в республиканской гонке. И, честно говоря, Сантис даже еще не объявил, что он избирается. И сейчас смотрели на то, как он
быстро переобулся и теперь, оказывается, считает, что Владимир Путин все-таки является военным преступником. Но говорят, возможно, он просто уже готовится к выборам 28-го года, и все. А чему 28-го, а чему на наступне? А в 28-м году уже, по идее, не должно быть Трампа, но может не быть нашей демократии. Но это как бы, что когда он начинает говорить такие вещи, которые не совпадают с нашими республиканскими избирателями на сегодняшний день, то мы начинаем думать, может быть, он уже думает о завтрашнем дне, в 28-м году, кто его знает. Юрій, ну, якщо повернутися до суті, так, ви слушно зауважили, що це процес демократії і Дональд Трамп ладен говорити те, що він думає, але як це сприймають його виборці? Тому що це не просто критика, скажімо, поточної позиції Сполучених Штатів Америки. Те, що говорить Трамп, це заперечення реальності. Ну, тобто говорити про те, що це можна закінчити за добу, і він це зробить, це просто відкидати мільйон факторів, скажімо, які впливають на ситуацію реально. Як це сприймає виборець? Ну, Трамп и реальность, они как бы никогда особенно не дружили. Почему он и объявил войну на то, что он называет глубоким государством, глубинным государством? То есть специалисты, бюрократы, все те люди, которые, за которых государство функционирует, они вот таким людям, которые борются с реальностью, просто вредят. Они мешают им планам. Более того, Трамп называет это как бы экзистенциальной борьбой, что, конечно, правда, потому что если будут как бы цивилизации, эксперты, специалисты, то тогда опасным идиотам это не место. Поэтому тут понятно, что они как бы друг другу представляют угрозу. Но просто надежда на то, что наши избиратели уже насмотрелись, видят, что даже Трамп, когда его сказали, вот вы призывали людей к насилию 6 января, он говорит, нет, я не призывал. Так вот он в пару дней назад опять начал делать то же самое, когда он просыпается, видимо, ночью в холодном поту и начинает печатать в своем, то, что у него вариант Твиттера, все это большими буквами, и все это просто звучит как, ну, паника человека, который пытается начать какое-то насилие, восстание. И при этом он все-таки, как бы он не отрицал его, большая ложь о том, что он якобы выиграл выборы, которые он проиграл. Все-таки это начинает, мне кажется, люди хотят каких-то новых решений. Они все-таки устали жить в прошлом и хотят, чтобы услышать от политиков, как они собираются решать проблемы сегодняшнего дня. А то, что Трамп выиграл или не выиграл несколько лет назад на прошлых выборах, это уже всем кажется, кроме Трампа, достаточно как бы прошедшей истории. Да, так сказать, можно сказать, что он его с ним несправедливо обошлись, но что он сегодня предлагает? А сегодня он предлагает еще более темное видение, чем прежде. Он еще более агрессивно настроен, еще более думает только о себе, что казалось практически невозможным. Но это вот сегодняшний Трамп, он уходит в еще больше такой закукокливається сам в себе. Ну, сьогоднішній Трамп – це не тільки передвиборча кампанія, це ще і небезпека арешту. От минулого тижня чекали, що Трампа затримають. Що він там сам таке? Чекав. Та. Він сам чекав, він про це заявляв, збирав прихильників. Чи може бути затримання, чим це може обернутися в цій справі про підкуп порнозірки? Порнозірки, скажімо так, під час передвиборчої кампанії, так. Актриса, за її замовчання. Ну, треба сказати, замовчання він заплатив, щоб вона йому не попсувала репутацію під час попередніх виборів, а тепер от фактично псує під час нинішніх. Ну, ми опять видим, какой он хороший бізнесмен, как это для него хорошо обернулось. Молчание он не получил. Да, для него как бы на него точат ножи много прокуроров за много преступлений. Более того, он продолжает ухудшать свою ситуацию, потому что грозить прокурору насилием – это следующее преступление. Поэтому он как бы его пугнули, и он испугался, и это привело к еще следующим нарушениям, еще следующим потенциальным обвинениям, в зависимости от того, что захочет сделать прокурор. Прокурор сказал, что вы меня не испугаете. Но тут масса проблем, потому что платить, как бы тут как бы бухгалтерские дела,
тут просто нарушение того, что он должен был как бы с порнозвездой это зафиксировать, поскольку это деньги на из избирательной кампании должны были быть, поскольку это все связано с его избирательной кампанией. В общем, это такая маленькая катастрофа, и тут даже интереснее наблюдать, как Конгресс Соединенных Штатов, Палата представителей, которую контролируют республиканцы, пытается помочь Трампу как может. Они пытаются влезть в это дело, и им прокурор говорит: да что вы делаете, это местное дело, вы не имеете права, как бы у нас не происходит пересечение власти, вы не контролируете меня. У нас разные, так сказать, три ветви власти. С другой стороны, за Трампом идет и прокуратура из Джорджии, и прокуратура, связанная с мятежом 6 января. Уже очень много людей сидит за мятеж 6 января. Но с другой стороны, мы видим республиканских законодателей, которые идут навестить мятежников, которые сидят в тюрьме, и называют их политзаключенными. И я думаю, как бы по республиканской партии всегда была, это был главный один из таких пунктов, что они за закон и порядок. Ну а за что сидят эти мятежники? За то, что они били полицию. То есть такой полный диссонанс, реальность выбрасывается в окошко, и это, наверное, называется культ личности, когда главное то, что сказал Трамп. А то, что ему, если ему предъявят обвинение, его это только усиливает, его позицию в республиканской праймерис, потому что это подтверждает то, что он говорил, что все против меня. Вот смотрите, все прокуроры против него. Это мы видим, что по опросам популярность ДеСантиса только падает, чем больше обвинений, как бы, чем более вероятно предъявление обвинений Трампу. Значить, ображених люблять не лише на пострадянському просторі, а в Америці теж люблять ображених. Ну вот, видимо, так получается. Ну хоча в Америці теж, напевно, людей, які походять з пострадянського простору, і це теж в якійсь мірі може відповідь на питання. Юрію, ще про одну річ хотів би запитати вас, якщо серйозніше подивитися на, скажімо так, на подальші перспективи. От ми зараз розглянули цей такий кейс американський. До цього ми тут в студії згадували передвиборчу кампанію в Туреччині і бажання опозиції теж якось там вирішити питання з війною. І от на це все можна накласти, як мені видається, таку тверезу оцінку нового президента Чехії Петра Павла, який сказав про те, що зараз Україна має вікно можливостей, але воно може зачинитися через те, що, ну, скажімо, політичні настрої в різних країнах, вони можуть змінюватися. Наскільки ви серйозно бачите цю загрозу і по Сполучених Штатах, де ви зараз перебуваєте, і в цілому по цивілізованому демократичному світі? Вы знаете, то, что мы наблюдаем, это то, что Украина – это наш фронт, где мы сейчас противостояние между диктатурами и демократиями наиболее четко заметно и видно всем. И на данный момент, несмотря на то, что Палата представителей в Соединенных Штатах контролируется республиканцами, а Сенат контролируется демократами, то есть, по идее, они не должны приходить ни к какому согласию ни о чем, есть достаточно большой консенсус по поводу того, что нужно продолжать помогать Украине. В конце концов, мы очень много вложили в Украину, чтобы сейчас просто сказать: ну, не получилось, но у нас теперь другие приоритеты. Более того, когда мы смотрим на Украину, как я сказал, Китай подмигивает из-за угла. Китай – это то, что сейчас сближает и демократов, и республиканцев. Поэтому есть достаточно хороший шанс, что если мы не будем поддерживать идею того, что нужно финансировать поддержку Украины, потому что Владимир Путин, ну, им надо как-то договариваться, не знаю, может, так сказать, придумать что-то такого типа, то нам все равно нужен большой оборонный бюджет, чтобы противостоять Китаю. А Китай, как мы видим, только сближается с Россией, поэтому их отношения теперь это практически близки. Ну, как бы, как с Белоруссией, нужно разобраться, вообще это отдельное государство или это просто придаток. И Россия это как бы становится все больше и больше придатком Китая. Поэтому поддерживать Украину не вызывает как бы ни у кого вопросов. И даже тот факт, что теперь выдан ордер на арест Владимира Путина, только отягощает и как бы
ситуация твердеет, и консенсус создается такой, что сейчас перейти в другую как бы ракурс и сказать, что, знаете, мы пошутили, для этого нужно, чтобы избрали Дональда Трампа. А Дональда Трампа все-таки шансы на данный момент стать президентом Соединенных Штатов не слишком большие, хотя у него все еще очень хорошие шансы стать кандидатом от республиканской партии. А после этого мы будем смотреть, что за это время сделает, например, Китай, что за это время делают другие страны. Мы видим, что Европа активизируется, Европа повышает свои военные бюджеты, Европа понимает, что в Соединенных Штатах может и Трамп прийти к власти, то есть нельзя полностью полагаться на то, что в Соединенных Штатах всегда будет все как было, и нет никаких гарантий от Соединенных Штатов в этом смысле, потому что на любых выборах в демократиях можно избрать полных идиотов, которые будут вести странную, противоречащую политику. Но на данный момент такое ощущение, что нашли какие-то тропинки и обходы, чтобы ситуация могла развиваться тем путем, какая она нужна для того, чтобы, ну, в общем-то, спасти цивилизацию. Даже тот же Рон ДеСантис, который изменил свое мнение и заявил, что теперь он считает, что нам нужно помогать Украине, это говорит о том, что он не просто там проснулся и подумал о том, что, а, может быть, сегодня я чувствую себя так. Нет, он очень расчетливый политик, которому объяснили и сенаторы, от которых ему нужна поддержка, что они не могут поддерживать второго трамписта. Тогда уже зачем, какой смысл тогда просто поддерживаешь Трампа и все. И большие доноры, которые не заинтересованы, которые пытаются оттеснить Трампа. И опять же, просто большая часть республиканской партии, которая понимает, что Трамп — это дорога в никуда, но у которых нет своего кандидата, у которого был бы реалистичный шанс. Поэтому, возможно, Трамп ДеСантис считает, что он на это может заработать какие-то очки. Это дает надежду, что он считает, что это может быть выгодная для него позиция. Является она для него выгодной или нет, мы не знаем, поскольку он пока даже не объявил официально, что он будет избираться. Ну так, це важливо просто підкреслити, що на даному етапі все те, про що говорить Дональд Трамп, він говорить в статусі кандидата в кандидати. Це давайте це, скажімо так, винесемо в, напевно, в резюме нашої розмови. Подякуємо вам за спілкування, за те, що знайшли час, за ваші пояснення. Юрій Рашкін, нагадаємо, депутат округу Урок, штат Вісконсин і ведучий YouTube каналу Рашкін Репорт, щойно з нами на відеозв'язку.